Дорогие друзья, сегодня 7 января 2020 года, и мы решили помянуть нашего ушедшего 2 года тому назад замечательного друга Адама Ульянова. Уже 4 года. 4 года. У тебя 23 января 16 написано, видишь? Да, значит, 4 года, да. 4 года. Уже, наверное, 4 года. Ну, стихи я тогда написал на его уход. О, как его нам не хватает! Тоска так за душу хватает. Свобода Павловна и он, их не заменит даже миллион других влюбленных, молодых. А наш Адам и молод был душою, и жил одной идеей большой, что нужно быть не только для себя. Горел мечтой, людей любя, и нес он контркультуру массы, отнюдь не ради кассы, а токма ради будущего, будущего ради. Он пастухом был в разбредающемся стаде. Ну вот. Умница, умница, дорогой, умница, умница, здорово, здорово. Я должен сказать, что фамилия Ульянов для меня имеет определенное значение. Во-первых, мы сейчас находимся на улице Ленина, значит, Ульянов, как известно, устроил всю эту заварушку, прибыв сюда в числе других так называемых революционеров, а на самом деле их надо называть контрреволюционерами. По большому счету, да. И которые были в качестве бацилл, прыснуты немецким генштабом в организм больной России. Ну, второй Ульянов, Валерий Ульянов, я с ним сидел в одной камере, дай бог, если он сейчас жив, может быть, увидит эту передачу. Он, во-первых, он прекрасный коллекционер, любитель поэзии был, привил мне любовь к Апухтину, и более, и самое главное, что он научил меня играть на гитаре. Вот до него я, по-моему, раз 5-6 брался, гитары были, но не мог понять, как, не получалось у меня. А тут у меня на зоне появилось время, сокамерник замечательный, любитель поэзии. Ну вот он мне показал такую, так сказать, аппликатуру актерскую, наиболее упрощенную, которой все-таки я владел, и с тех пор я как-то играю на гитаре, хорошо ли, плохо ли, но все-таки хорошо, играю. Молодец. Ну вот, и кто еще у нас-то был, да, это значит, у нас уже 3 Ульянова были в моей семье, не семье, а в моей судьбе. Судьбе. Потому что живу я на улице Ленина, как известно, известная песня поется. И музей на Ленинском проспекте, музей Элвиса Пресли, Аркадия Северного и Владимира Высоцкого. И Владимира Высоцкого. Так что вот.